Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Наконец-то хоть что-то дали уже за всю мою жизнь. Да. Ребятушки, всем привет! Как вам мой красивый и этот самый, чесалка для зубов из деревяшечек сделанная? Понравилась вам? Но почему-то он на нее внимания не обращает. Так она нафиг надо вообще? Брашик! Брайан! Идите вы все отсюда. Иди сюда! Что тебе надо? Ребят, пришлось его разбудить, но это не дело. Ну что это? Снимать видео, так он начинает сразу сходить спать. Ну, ты не такой, как Тук. Ну и что, а я же должен быть такой, как Тук? Тук фотогеничный, любит сниматься, ребята. Ну так его и снимай, если тебе я не нравлюсь. Не хочет, только ест и спит, ест и спит. И пакостит еще иногда. Так это моя жизненная... Это... Ну, короче, для этого я и создан. Брайан! Что тебе надо? А ну давай, иди сюда, я тебе приготовила здесь сюрприз. Ребята, боже, она назвала меня по имени, наконец-то. Давай, давай сюда, залазь, залазь сюда. И послушай мамочку свою, хозяечку. Мамочку? Ты не моя мама. Давай. Я это давно знаю. Залазь сюда, давай, давай, давай. Ну, иди сюда, говорю тебе. Я тебе дам что-то вкусненькое. Ага, вкусненькое. Ой, какой молодец, ребята, боже мой. Он поддается дрессировке. Да ты шо? Круто, я и не знала. Капец, как можно быть такой? Я заслужил, заслужил. А у меня про что это за хомяки? Ребятушки, я думаю, вы наших героев знаете. Кто это? Ну, угадайте. Напишите в комментариях, ребята, мне интересно. Ну, знаете ли вы, как их зовут? А я вам не буду даже подсказывать, кто это. Это наши лучшие друзья. Это единственные хомячки, которые не кусаются. Ну, друг друга не кусают. Они действительно лучшие друзья. Да. Митя, мой хороший. О, боже мой. Ты, это кто меня взял в руки? Заикаться буду. Боже мой. Ты видела? Девочка, только не дави его сильно. Боже, ты видела это лицо этой девочки вообще? У нее что, зубов нету, что ли? У нее там вообще что это? Страшно. Она как рот откроет, ребята, я задохну сейчас. К нам пришла девочка-соседка и захотела поиграться с нашим Брайаном. Девочка-соседка с вонючим ртом, с гнившими зубами, ёпты. Как это вообще? Я тебе вкусняшку. Сейчас еще Мила придет и будет с тобой играть. О, господи, не дай бог. Лучше пускай в школу, в садик пойдет, но только не к нам. Ребятушки, он так любит играться, ребят. Да ему... ты шо? Ему так понравилась наша соседка. Да, очень сильно. Ну куда ты убегаешь? Милочка, хватай его. О, господи, не хватай меня, пошла нафиг отсюда. Вылазь. Нет. Вылазь по-хорошему. Нет. Ну ты посмотри, ребята, он залез в такой дом, где я... Вылазь, говорю. Нет. Брайан. Нет. Брашик, ой, я его сейчас схватил, ребят, за мордашечку. Ой, какая милашка. Ну, к сожалению, Милочка уже ушла. Не может же она целый день быть с нами, правда? Вы видели, что у меня в боку, видите? Лысина. Это дурочка сделала. Милочка твоя. Милочка, не дави его только сильно, хорошо? О, господи, у меня сейчас глаза нафиг вот так вот. Я как китайца. Ребята, гляньте, как ему нравится. Это просто обалдеть. Мой мозг. Да, ты что, очень сильно нравится. Задолбала. Ты чаще будешь играться с ним. Это же его самое любимое занятие. Сидеть. Да ты что? Приходи каждый день. Давайте, чтоб Брайан вообще тут подох. Вообще будет круто. Он даже прибалдел и почти заснул. Ты что? Я заснул, потому что мне мозг передавили. Я сейчас вообще, у меня глаза атрофируются.